Саша, с другой стороны, знаешь, бывает, пройдешься по летнему полю, ну, вот этот шум цикад и прочее, а потом, как увидишь змеиную норку со змеиной головой, как история... в проходочке она превращается быстро в полет шмеля. Да, совершенно верно. История реальная, я сейчас не шучу, было совсем недавно. И вот в тот момент, буквально на секунду, проскользнула плохая мысль, все-таки, может быть, правильно, знаешь, что с этими полями происходит. Ну, конечно, неправильно, а вот что делать с опасными животными, которые там водятся, и опасны ли они? Прямо сейчас поговорим с гостем, давай. Да, идем. На самом деле у нас как раз таки эксперт сегодня в этом вопросе, но об этом чуть позже. Огромное количество сейчас жалоб появляется в социальных сетях, в интернете на то, что людей пугают змеи. Пауки, но змей и стало больше, вот как говорят симферопольцы, как говорят горожане, так ли это? Или и на что... них стали просто внимание обращать, вот, знаешь? Тоже да. Очень может быть. А пауки опасны ли вообще? Ну вот прямо сейчас, собственно говоря, и выясним. Доброе утро. Да. У нас в гостях сегодня Сергей Леонов, доцент кафедры зоологии и экологии КФУ, кандидат биологических наук. Ну, Сергей, я думаю, что вы знаете, что сейчас как раз-таки в соцсетях в первую очередь обсуждают то, что, мол, в городе появилось гораздо больше змей, и они даже иногда нападают на людей. Ну вот, правда ли это, если появились? Может быть, это ужи какие-нибудь обычные или все-таки ядовитые? И появились ли, самое интересное, да? Ну, они не то, что появились, они всегда были. Вот. Просто, ну, может быть, из-за того, что место обитания сейчас начинает немножечко беспокоить. Это вот как раз Алгир, да? Ну да, скорее всего. Насчет ядовитых, в Симферополе их вряд ли реально встретить, вот, в естественных условиях. Ну, не гадюку мы не встретим в Симферополе? Нет, я думаю, что это мало очень вероятно. То есть, что кто-то привезет специально. То есть могут кусать, ничего страшного, да? Бояться не стоит? Или все-таки укус даже ужа может привести к каким-то последствиям? Заражение, может быть? Ну, нет, это, речь идет о том, что вот, можно поцарапаться, допустим, об гвоздь, об шуруп, еще об что-нибудь. То есть это вот. Такая... и это примерно та же самая история. То есть опасность, связанная с нанесением раны просто на поверхность. Исключительно рана. Ну, уже звучит на самом деле неплохо. А вот все-таки городская среда, да, является ли она раздражающим фактором для вот всякого рода ползучих? И ведут ли они себя здесь более агрессивно? Или наоборот, они человека боятся и стараются вот не лезть? Они в любых обстоятельствах человека боятся. И, кстати, вот вы говорили насчет нападения змей на людей. Мне кажется, вот судя по тем фотографиям, которые я видел в соцсетях, наоборот, нападение людей на змей происходит чаще и страдают от этого змеи исключительно. То есть это такая картина, когда человек увидел змею, решил палкой ее от себя откинуть, и она просто защищается, грубо говоря? Ну да, лучший способ это просто, ну, не трогать эту змею, если вдруг вам удалось ее увидеть. Чаще всего змеи раньше замечают человека, приближающегося, и стараются избежать этой встречи. То есть, прогуливаясь по лавандовому полю, скажем так, с благими намерениями, ясное дело, можно не бояться шуршащих в траве змей, они не тронут тебя, если случайно. Но они шуршат от вас, скорее всего. От вас, да? То есть, хорошо, а то, что я рассказывал ситуацию с полетом над полем моим, да, я почему-то думал, что они шуршат ко мне. Был и воскремен. Хорошо, змеи, понятное дело. Главное, чтобы от тебя шуршали только змеи, Артем. И в прямом и переносном, да, но если говорить про пауков, ситуация, насколько я понимаю, немножко опаснее, потому что у нас есть и тарантул, и каракурт, да, как вот дела обстоят с ними? Ну, тарантул, в принципе... Тоже, да? Ну как, у него укус болезненный, но не смертельный. Каракурт, да, вот он представляет смертельную опасность. Бывали случаи, когда человек умирал от укуса каракурта. Вот в отличие от змеиных укусов. Какова вероятность быть укушенным каракуртом, допустим, в парке, в каком-нибудь из парков Симферополя? Ну, думаю, тоже не очень большая. Но может быть... Ну, исключать никогда ничего нельзя. Если кто-то принесет, да, в коробке каракурта, положит на лавочку. Нет, мне кажется, все-таки они подходят эти места для их места обитания? Ну, они... Вы знаете, что некоторые пауки по осени начинают летать вместе с паутинкой, да, перемещаться на довольно большие иногда расстояния. Тут многое зависит от ветра. А? Умышленно или случайно? Это способ распространения такой. То есть, передвижение, в принципе, да? Занести таким способом может паука достаточно далеко от тех мест, где он сконцентрированно, так скажем, обитает. То есть мы сейчас успокаиваем горожан, говорим о том, что не стоит бояться змей, и что большинство этих фотографий, которые, где выкладывают, что змея напала на человека, это все либо фейк, либо это все-таки человек сам спровоцировал такую ситуацию. Ну, люди чаще сами нападают. Змея обычно шипит, вот стараясь, вот как собака начинает лаять на вас, вы же не бежите за лопатой, чтобы ее порубить на части. Вот и примерно похожая ситуация. То есть змея шипит для того, чтобы напугать и чтобы самой спастись в это время.
А потом мы резко говорим: не бойтесь, змеи не опасны, и пауки умеют летать. С добрым утром, они перемещаются по городу. Но все-таки полагаю, что те же самые тарантули и каракурты не любители селиться в человеческих домах, правильно? Ну, разумеется, да. Ну, это уже звучит, на самом деле, как хорошие новости, поэтому, друзья, запоминаем, что главное не нападать первым и дать животному просто идти своей дорогой, не трогая, не смущая его и себя, и окружающих в том числе, не пугая. И поэтому, разводить панику, да, среди населения. За консультацию, да. Большое спасибо Сергею Леонову, доценту кафедры зоологии и экологии КФУ, кандидату биологических наук. Теперь будем знать, что как себя вести и, по крайней мере, не так сильно и быстро бегать и бояться. Но я хочу сказать, что, в принципе, на самом деле, ситуация бывают разные. И в прошлом происходило много чего интересного. Конечно, не всегда связано с такими вот необычными и опасными событиями, но все же стоит учитывать опыт, чтобы вот в настоящее время понимать, как себя вести. Собственно, как у нас и произошло с змеями. Поэтому наша следующая рубрика специально для вас. Самые знаменательные события, которые произошли этого же числа в прошлом.